Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшняя наша тема – это заработок в сети интернет. Заработок в интернете – это реальность нашего времени. Хотим мы этого или нет, но с каждым днем все больше и больше людей идут в эту тему, разбираются в ней, изучают и зарабатывают. У кого-то это получается, у кого-то это не получается, но это уже другая тема, которую я и постараюсь вам раскрыть в этом видео и в следующем. Ну а то, что это действительно на сегодняшний день есть и это работает, это бесспорно. Наряду с иностранными компаниями сегодня все больше и больше открывается в сети интернет и наших российских компаний, которые предлагают нам свой продукт или возможность заработать. Об этом мы тоже с вами будем говорить в следующем видео. Итак, действия, ведущие к результату. Необходимо понимать, что если вы будете делать не те действия, которые нужны в этом направлении, то вы не получите результат. Ну, это как вот когда вы, например, учитесь водить автомобиль, то вам необходимо слушаться преподавателя, который вам преподает теорию, и инструктора, который дает вам уроки вождения. Если вы их слушаете, выполняете их рекомендации, то вы осваиваете навыки вождения автомобилем. То же самое и здесь. Для того, чтобы заработать в интернете, необходимо делать действия, которые ведут к результату. И первое действие, как ни странно, это должно быть у вас желание этим заниматься. Если у вас нет жгучего желания заниматься этим, получать результаты, то, скорее всего, у вас ничего не получится, потому что на вашем пути будут ошибки, это нормально, вы будете спотыкаться. И если у вас нет жгучего желания, то вы при первой же неудаче остановитесь, и вы не получите результат. Самое основное и самое главное в этом направлении – это должно быть жгучее желание заниматься этим. Второе – это понимание, как все это работает. Третье – необходимо овладеть навыками, которые ведут к результату. Ну и четвертое – действие. Несмотря ни на что, действовать и действовать. Только так вы получите результат. А теперь давайте на каждой теме остановимся более детально. Желание. Для того, чтобы ваши действия привели к желаемому результату, необходимо желание. Оно должно быть сильным. Если вы не горите таким желанием, то вы не достигнете желаемого результата. Любой путь, по которому мы идем в этой жизни, тернист. И на вашем пути также будут препятствия, которые нужно преодолеть. Вам придется на какое-то время выйти из зоны комфорта, в котором вы находитесь на сегодняшний день. Многие действия, которые вам предстоит сделать, будут вначале новыми и непонятными. У вас будут страхи, у вас будут сомнения, и поэтому необходимо разжечь жгучее желание, которое поможет вам двигаться и получать результаты. Второе – это понимание. Для того, чтобы достичь цели, необходимо понимание того, как это происходит. Вам необходимо собрать как можно больше информации об этом способе заработка, изучить и опереться на опыт других людей, которые прошли этот путь и получили результаты. Чем больше вы соберете информации, тем легче вам будет понять, как это работает. Но не увязните в потоке информации и не пугайтесь. Многое в начале этого пути вам будет непонятно и сложно. Если вы новичок, это нормально. Гоните от себя мысли о том, что у вас
что-то не получится или это не для вас. У вас обязательно все получится. Как получилось у миллионов людей, которые пошли, идут и пойдут после вас по этому новому увлекательному пути. Навыки или умения. На этом шаге вам необходимо овладеть инструментами, которые помогут получить желаемый результат. Как плотник без топора не сможет построить дом, так и вам следует научиться пользоваться инструментами, которые помогут получить желаемый результат. К счастью, сегодня достаточно информации и инструментов, которые вам необходимо освоить. Чем больше инструментов вы освоите, тем легче и быстрее вы получите результат и придете к своей цели. Ну и действия. Это самый важный пункт. Все ваши усилия будут напрасны, если вы не начнете действовать. Возможно, не все ваши действия будут вам поначалу нравиться. Возможно, не все они будут давать желаемый результат. И, конечно же, у вас будут ошибки, особенно в начале пути. И это нормально. Так бывает у всех. Если вы не остановитесь и будете продолжать движение к своей цели, то у вас обязательно все получится. Дорогу осилит идущий. Только непоколебимая вера в успех и действия ведут к результату. У меня есть опыт и знания, которыми я готов поделиться с вами. Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, и мы обсудим детали сотрудничества. Мой скайп вы видите на экране и моя электронная почта. Также внизу под этим видео на моем канале вы найдете ссылочки на мои социальные сети. Связывайтесь со мной любым удобным для вас способом, и я помогу вам освоить этот увлекательный способ заработка. Это профессия настоящего и будущего. Она доступна каждому, любому человеку с любым уровнем знаний, потому что свой уровень и опыт вы можете легко развить, если у вас будет опытный наставник. Всем желаю удачи, всего вам доброго. В следующем видео я покажу вам, как можно заработать в надежной легальной компании легко и комфортно, столько, сколько вы хотите. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс, кому понравилось это видео. Ну и удачи вам, дорогие друзья!